много думают и оценивают каждый свой шаг. Все новое для этих людей – это хорошо забытое старое. Это профессионально грамотные и начитанные личности. Они покоряют сердца своей простотой и честностью. Верят в свою победу и не поддаются на внешние провокации. Это оригинальные, творческие, чувствительные личности. Предпочитают проводить время в теплой компании. Это яркие, обворожительные и педантичные личности. Ложь и фальшивость для них противоестественны. В любви эти люди скрыты, сдержаны в поступках. Относятся ко всему миру с философской стороны. Они чувствуют себя комфортно рядом с электроникой. Это упорные, сильные личности с развитым интеллектом. В благоприятной среде развивают свои лидерские качества. Они сдержаны, строги, но при этом обаятельны. Эти люди не зацикливаются на своих проблемах, имеют отличную репутацию среди сверстников и друзей, умеют заботиться о своем здоровье, изучают медицину. В молодости они отдают много сил и времени учебе. Судьба всегда ставит их перед возможностью выбора. В вопросах воспитания детей они ответственны и заботливы. Часто из них получаются хорошие журналисты и аналитики. Они способны читать других людей, словно открытую книгу. Редко поднимают голос на ребенка. Спокойствие – их радость. Они способны стать успешными инженерами и программистами. Они долго, но правильно думают перед принятием решения. Они не видят свою жизнь без любимого дела. С ними не бывает грустно. Дорогие автомобили, красивые образы – это все про них. В дружбе руководствуются бескорыстными соображениями. Им сложно спокойно сидеть и наблюдать за происходящим. Любят вспоминать свое прошлое, они делают выводы на будущее. Им доставляет удовольствие сам процесс сотворения нового. В коллективе с ними не скучно, интересные собеседники. Они предпочитают постоянно развиваться и познавать новое. Они стараются не допускать лишнего при окружающих. Зачастую они ведут привычный для них образ жизни. Это решительные, изобретательные личности. Эти люди генерируют интересные идеи и правила. Эти люди четко и грамотно разбираются в тонкостях работы. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.